Доброе утро. Сегодня 18 мая. Представляете, что творится у нас на улице? У меня вот должны были распуститься тюльпаны. Там вот пролесок цвел. И все это снегом завалило. Ой, кошмары. Елочка вся в снегу. А на подоконнике цветут цветочки у меня. Вот такие фиалочки. Я их полила удобрением, так они вообще красавицы. И на улице вот такая погода, снег. Все завалило. А снег такой мокрый. Я вот тут вышла, пыталась убирать. А он все шел. Сейчас вроде прекратился. Вчера вечером там земляничку и клубничку листья убирала, жухлые все, прошлогодние. Чистила грядочку, еще не закончила. Но сегодня тут ничего уже не сделать. А температура сегодня где-то 3-4 плюса. И ночью также было. Я поставила опару. Она поднимается у меня. Хочу испечь лепешки сегодня. Так, что у меня тут в теплице? Доброе утро, все мои хорошие, все живы, никто не замерз. Я вот высадила помидорчики 2 дня назад. Ну, вроде ничего, стоят. Здесь посеяла салатик. На эту сторону редисочка вот уже всходит. И вот хризантемка цветет. Горшочки я потом попозже высажу на улицу. Так, а здесь у меня рассада годеция и маргаритка. Здесь тыква тоже в рассаде стоит. Так, помидорчики. Один вот обломила, ну, закопала его, не знаю, от корешка, наверное, даст от тросточек. А здесь у меня перчики закаляются. Тоже на днях буду высаживать. Здесь у меня георгины ждут высадки на улицу, как заморозки. Заморозки, не знаю, пройдут, не пройдут. Видите, что у нас на улице творится. А вот нынче я решила вот в эти в кашпо, в эти большие, посадить маргаритку тоже. Раньше садила сюда петунию, сейчас маргаритку. А здесь вот вчера высадила индийский лук. Он за лето так хорошо разрастается. И золотой ус тоже высадила на улицу. Ну, вернее, в теплицу. Ну, вот такие вот дела у меня в теплице. А на улице снег. Он чуть-чуть. Немножко потает, тает. Но все равно плюсовая температура. Там сейчас вот плюс 3, уже около 4. Бадан весь под снег ушел. Вчера только смотрела, думаю, скоро должен зацвести. Вот он весь под снегом. Вчера постирала коврики и повешала сушить.